Всем привет, ребята, меня зовут Фласка, и сегодня в этом видео мы со Скретчиком будем играть в необычный Майнкрафт. А необычный он тем, что это Майнкрафт хардкор, да еще и с паразитами. Скретчик, твои ставки, за сколько мы сегодня с тобой умрем? За 200 рублей. Да я не в плане денег, я в плане по времени, сколько пройдет, прежде чем мы кого-то встретим и нас с тобой ушатают. А, мне кажется, пройдет где-то 2 минуты. 2 минуты, хорошо, ребята, ваши ставки принимаем в комментариях к этому видео. Так, ну чё, начинаем с тобой выживать. Да тут яблоки на деревьях растут. Я уже, кстати, ягодки добыл. Яблочки вот с деревья снимаю. Круто, круто. А ты знал, что мы, оказывается, с тобой ничего не можем пилить, потому что тут все сложно? Или можем. А, все долго. Типа нам нужны... Ой. Ты что сделала? Ты что? Погоди, это с тебя? Да это яблоко упало, раздавилось. Все нормально. Сейчас. Тут, походу, когда ломаешь дерево, оно так долго, потому что оно полностью выпадет. Погоди, давай, пробуй. Слышь, мне что-то кажется, что тут нам придется сделать инструменты, чтобы можно было ломать деревья. Короче, тут очень сложно. Слышь, что? У меня для тебя хорошие новости, максимально хорошие. Только сначала дай дерево. Я же говорил. Так что-то дерево не выпало нам, а упало. Сейчас выпадет. Ну-ка, что тут у нас? Ёшкин ты кот. Кстати, на нас действует ночное зрение. Что произошло? Меня надамажило, будто бы нет, вроде не надамажило. Скретчик, нам с тобой нужны начальные инструменты. Не-не-не, подожди. Там я уже присмотрел пустынную пирамиду. И нам, да, нужно быстрее где-то остановиться с тобой, пока паразиты не вышли на охоту. То есть они ночью выйдут? Погоди, я не могу сломать верстак. Скретчик, я нашла нам еду. Это ягодки. И они выглядят не так, как в обычном Майнкрафте. Интересно, почему? Я бегаю, короче, собираю ягодки, потому что еда нам с тобой понадобится. Я вижу белок! Младшка, я уже собрал, между прочим, 8 таких ягодок, и я тебе об этом говорил, а ты, по-моему, не слушала меня, да? Ну да, наверное, потому что я крафтила нам с тобой инструменты. Собака-овчарка. О, яблоки. У тебя песик миленький. Что ты хочешь? Ты нюхаешь в мои косточки? Походу, он тебя сегодня съест. Да-да-да-да-да. Кстати, ягод надолго не хватает. Ой, тут что-то как-то все. Да-да. Там об кактусы пораниться можно. Я просто к тому, что пирамида тут есть. И пока не потемнело, нам нужно с тобой где-то пожить. Пожить? Ну, можем, в принципе, спать сегодня эту ночью в пирамиде. Точно, давай крабанем пирамиду. Так, нам с тобой нужны кирочки. Начальные кирочки. Сейчас она быстренько сделаю 2 деревянных кирочки. Опачки. Так я для этого сюда нас и привел, чтобы мы с тобой... Нет, что ты кашу купаешь? Погоди, а почему? Это я упала, из меня кровь типа потекла или что? Да. Слушай, выглядит на самом деле очень дико. Да, выглядит стрёмно. Так, ладненько, осторожненько спускаемся, плиту ломаем. О, ничего нету. В смысле, вообще ничего? Так, ну кости, это нам пригодится. Больше ничего не нужно. Железная волчья броня, ты видела? Нет, не видела. Сырая ру... Чё? А, серая руна. Какие-то руны серые. Это ты сырая руна, Флашечка. Вот, посмотри, зайди в сундук. Скажи, тут нечто полезное. Ладно, я понял, я просто заберу это и потом тебе покажу. Все, надо выбираться отсюда. Давай, уходим. Ты, я надеюсь, все важные ресурсы забрал отсюда. А я не знаю, что нам, может, нитки понадобились бы тоже. Так, в смысле? Так, понятное дело, мы с тобой выживаем. Нам с тобой может понадобиться вообще все, что угодно. Железное... Я куда-то ее дела. Где? Не понял. Так, ну, давай ты пока тут развлекайся, я быстренько проверю. Давай, забирай все, что там есть, я тебя жду сверху. И нам нужно бы с тобой что-нибудь придумать. Нам нужно в идеале бы найти с тобой какую-нибудь деревню. Но, по всей видимости, тут ничего рядом нету, ибо я вижу только одну пустыню. И вижу мини-кактусы. Как думаешь, мини-кактусы нас будут дамажить с тобой, а? Тогда мы уже с тобой проверим. Ага, хорошо. Ну что, все забрал? А теперь побежали искать деревню. Так, Скретчик, нам с тобой нужно как можно больше еды успеть добыть до того, как наступит ночь, ибо ночью нас с тобой съедят. Кстати, Флочка, кстати. Да. У меня где вопрос? Ты топор мне... Зачем ты мне... А. Чё? Понял. Все нормально, ничего необычного. О, курин. Какой, где? Где? Ну, вот тут висел вот этот, я его сломал. А. Нам нужно чуть-чуть с тобой булыжничка добыть, Скретчик, и как можно больше еды. А еще нам нужно найти деревню, либо построить свой дом прямо здесь, потому что нас с тобой ночью сожрут эти зомби. Какие скрытые ты, где мне страшно? Я рядом с тобой булыжник копаю. Вообще, я думаю, нам нужно найти деревню, потому что там будут хотя бы големы, и они помогут нам сражаться с паразитами. Слышь, точно, а если тут что-то стоит на то, чтобы не было големов? Я не знаю, сейчас заодно и проверим. Так, быстро, топорик пригодится. Тебе нужен топорик? Да. Хорошо, сейчас я тебе сделаю топорик. Так. Опачки, топорик готов, Скретчик, забирай. Спасибо. Так, у меня для тебя
вообще, Фласочка, подарок? Нет. Все, пошли, неважно. Так, нам нужно деревню искать. Да, нам нужно деревню. Яблоки. Яблоки мне пригодятся. А яблоки нам хватит уже, Фласочка. У нас будет своя ферма ягод. Ты, главное, их не ешь. А, я уж все съела, у меня больше нет ягод. Понял, ладно. Опа, дерево нам с тобой понадобится. Фласка, какое дерево? Ты посмотри, что там есть. Нам по-любому нужно туда. Давай, давай быстрее. Так, давай, смотрю, видишь, дерево падает. Прикольная анимация, да? Вообще шикарная. Все, забираем дерево за мной, за мной. Фласка, там по-любому. Фласка, ты его полгода будешь ломать. Думаешь? Ладно, побежали, что такое? Что ты там увидел? Ща, походу, не полгода. Ща, 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 смотри. Да тебе самому стало интересно. Фиг ли ты на меня сразу начал гнать, а саму? Ну-ка. О, офигеть. А что, если под него встать? Ребят, вы когда-нибудь видели, чтобы... А ты мешаешь ему? Сколько дерева, знаешь сколько? Нифига себе, посмотри, сколько дерева. Офигеть. Собака сопрет сейчас. Пойдем, там храм какой-то, Фласка. И вот еще одна пирамида какая-то. О, слыши, пирамиды тут в разы круче, чем в обычном Майнкрафте. Они прям пирамиды, реальные пирамиды. О, тут какие-то схемы, Фласочка, мне кажется. А если мы сейчас с тобой все поломали, и надо было не так сходить? Ой, тут темно. Нормально, и так сойдет, пойдем. Главное, никуда не провались. Опа, спавнер, по кайфу ломаем. Опа, сундук. А, тут карта сокровищ. Чего? Карта сокровищ. А, ты что, железо выложила, что-то еще выложила? Это я забираю. А, ой, я случайно. Так, косточки забираем, порох забираю, нам пригодится. Корень, наверное, да. Ну, вообще вы... Кидала это и предатель. Где тут что? Во, я еще нижний этаж нашел. О, давай пойдем туда так аккуратненько. Опа, здравствуйте. Ну, слушай, тут на самом деле еще один какой-то данж я видел. Нам обязательно нужно туда сходить. И, Фласка, я не знаю, где. Мы с ним... Опа, паучок, привет. Что такое, что такое? Я слышу зомбиков. Так, ты чё как свинка орёшь-то? Сейчас я приду. Да тут фиг пройдешь, тут везде какие-то штуки непонятные. Я не пролезаю на один блок. Скажите, нужна помощь. Хипе мало. Ладно, хипе. Нормально, я же. О, свинина мне нужна. Смотри, свинина. О, господи, как много куриц. О, черный пятачок, это мне тоже надо. Всех сожру. С них, кстати, выпадает жир. А может быть, на жире что-то можно тоже крафтить? Скажите, ты там еще? А, мне кажется, жир можно жарить. Или я, да, я еще бегаю тут. Ничего не понятно, но я уже подбегаю к тебе. О, привет. На! Только у меня это. Плохие новости, у меня полсердечка всего, поэтому... Давай-ка выйдем лучше отсюда. А у тебя вообще еды, что ли, нет? Есть, я просто не успел поесть. Все, я убегаю, меня сейчас убьют, я убегаю. Скретч, я к тебе, жди меня сверху. Опачки, Скретчик, так, по кайфу, побежали. Побежали. Ой, а меня что-то засасывает. Скретчи! Скретчи, что это такое? О, не знаю. Ладно, Фласка, это пока. Алло, оно меня не упускает. Это что за жижа такая? Я не понял. А, это, походу, зыбучие пески. В смысле зыбучие пески? Давай вытаскивай меня отсюда. Как выйти-то из них? Я не знаю. Может, тебя попробовать засосать? Какой засосать, ломай блоки? Да сейчас, подожди. Нет, не копай. Я закрыл. О, ща. О, все. Скретч, ты, конечно, трешня. Ты че попой об кактус колешься? Кстати, у меня 7 сырой свинины. И уже темнеет гиены. Как, думаешь, они добрые или злые? Так, нам с тобой нужно найти какую-нибудь деревню. Ибо уже темнеет. Где? Ну ты не видишь, слепяя, что ли? Да это же не деревня, это какой-то храм. Че за храм? Я откуда знаю? Там наверняка опять какой-то очередной данж. А в данже нам с тобой еще рановато. О, слышь. Чё? Рили данж, походу. Сейчас вниз спущусь, меня тут будут бить. Тут будут спавнеры. Ууу, я походу поняла, что это. Слышь, Скретчи? Надолго. Я придумала, уходим. Беги! Нифига, они с алмазными кирками, с щитами. Я его даже толком ударить нормально не могу. А вы сильные, братишки? О! Смотри, обход системы нашла. Лутаем опыт. Слышь, а за них неплохо такие. И брони сколько дают? Там всего одна куртка, Фласка. Какая броня? Слышь, там куча всего. Там вон две куртки. Ты посмотри на мою голову. Ща, опа. Ну-ка, о, приоделся Скретч. Так, быстренько открываем, лутаем. Все, чи-чи-чи-чи-чи-чи. Уходим. Так, смотри, делюсь. Кожаная куртка тебе, это мне. Просто она наполовину поломана уже. Фу, я слышу, нет, пауки ползают. Я тоже слышу пауков. О, зеленая курточка, неплохо. Все, я думаю, нам сюда реально рановато, потому что сюда нужно идти, когда мы уже будем экипированы. Когда у нас будет оружие нормальное. А с одними топориками мы ничего сделать с тобой не сможем. А, слышь, у меня откуда-то карта сокровищ. Уже не помню, откуда взяла. Не знаю, что там за сокровище. А, я еще. О, Скретчи, походу еще. А, собака агрессивная.
горячего. А ну, шакалы сутулые, пошли отсюда. Это шакалы. Блин, нам бы с тобой оружие какое-нибудь нормальное. Маска, маска шакала тебе выпала. О, то, что надо. Ой, а где она? Не понял. А, вот она. А ее нельзя надеть. Это голова койота. Ее, походу, только повесить на стенку можно. Ай, это койот. Все, Фласка, нужно срочно искать деревню. И главное, нам не наткнуться сразу же на паразитов. Иначе будет попа. Мне кажется, они как раз таки вот тут вот. О, тут есть светлячки. Прикинь, как думаешь, светлячки агрессивные или нет? Я сомневаюсь, что они агрессивные. Это же светлячки. Их дело светить. Логично. Что это, улитки? Где улитки? Вот они, улитки. Это... Ну-ка, наш шашлык. Утиный шашлык. Ой, какой утиный? Улиточный шашлык. Улиточный шашлык. Давай, бежим. Скретч, ты видел, тут северное сияние даже есть. Красота. Красота. Так, ладненько, Фласочка. Нам что нужно такое? Срочно деревню, потому что мне уже на самом деле не по себе. Я чую, что паразиты скоро будут выбираться. Тихо. А я... Чу. А, фух, нормально. Там олень и обычный зомби. Кстати, обычный зомби есть, паразитов нет. Почему? Тихо, я вижу. Это что? Это овца, походу. Я по жопе вижу. Ой-ой. Тихо. Оно меня не заразило. Нормально. А, слышь, оно не... Оно... Тихо, сзади, ну ты смотри. Из нее какие-то личинки. Вот личинки. Аня, у меня мало хп уже осталось от этих личинок. Да не меня, бей меня. Скретчи, беги за мной, мы сейчас с тобой быстренько построим домик. Тихо. У меня 4 стака дерева, я могу построить домик. А то ж, так, погоди. Твою кукурузу, откуда их столько, я не понимаю, будто бы их кто-то спавнит. Кого? Да ты посмотри, они вон там вот заняты, глянь, сколько их. Ага, реально, какой-то зомби-апокалипсис получается. Так, все. Ты понимаешь, мы тех личинок оставили, они сейчас начнут заражать всех и нападать. Когда пофиг на них, давай быстро строим так. Не обязательно большую, да куда ты такой здоровый? Это нормально, и вот так сойдет. Да в дом быстро иди! У меня полсердечка. Так. Что это из песка строишь? Да пофиг из чего. Да у меня дерево куча-то. У меня тоже куча дерева. Мне просто дико страшно, когда на меня вот эти вот... Ты глянь-ка, сколько там чертов. А почему они обычные? Почему некоторые обычные зомби, некоторые паразитные? Смотри, там части тела зомби пытаются до нас доплыть. Скрэч, нам нужно закрыться, потому что тут эти пауки. Давай, закрывайся. Я сейчас быстренько нам сундук сделаю. Мы все свое добро туда скинем. И у нас будет уже... Они уркают, ты слышишь, как громко, мне страшно. Слышу. Мы с тобой под защитой, все, я отсюда не выйду. Кстати, можем окошко проделать, в принципе, они не пройдут. Я прям все в сундук скинул, что у меня было. О, скажите, это тупо трушня, это тупо трэш, как тут выживать? Мало еды, вон, я вижу. Ага. Реально тут какой-то... А ну-ка, давай дверь скрафчу. Да погоди ты, дверь, давай вначале без двери, а? Потому что дверь я не мог сломать. Короче, у тебя есть немного булыжника? Ну, ладно. Опа, булыжник есть. И, кстати, идеально 8. Отлично. Бамс, печку берем. Печечку мы с тобой ставим вот сюда вот. У меня просто еды всего... Окей, пусть на дереве переплавляется. Аккуратно, чтобы нас там ничего не съело. И плохие новости, у меня каменный топор почти сломался, и у нас больше нету булыжника. Но так как мы с тобой отсюда не выйдем до утра, мы, в принципе, можем под собой найти булыжник. Так уж и быть, я тебе сделаю подарок. И какой подарок, ты понимаешь? Мы тут еле с тобой выживаем. Что ты там не кинул? О, слышь, тут что-то нашла. Что там? Ладочка, тут настолько много зомби, что мне уже это... Да я слышу, они там орут, эти зомби и трэш. Все, короче, скрычка, я к тебе, мне страшно. Где в дырка? Давай. Скретч, спасибо тебе большое за топорик. И что нам делать? Мы с тобой не выберемся, они нас сожрут. Я надеюсь, что они нас не сожрут, потому что мы невкусные. Но мы ж невкусные, да? А я откуда знаю, тихо? Я хочу они себе... Они копают. Чего копают? Они дерево копают. А, или это ты выкопала? Это я копаю. Тихо! Ну хп. Я поставил песок на переплавку, пусть у нас будет стекло. Стекло это, кстати, очень хорошо. Так, где эти черти, опа, черт. Иди сюда, я тебя через дырку убью. Бег. Скоро будет светло, они все сгорят, и все будет хорошо. Кстати, по факту, когда будет светло, они наконец-таки... Тихо. Ты что делаешь? Как они меня добашут? Сейчас я помогу тебе. Опа, а ты там откуда бьешь? Из твоей головы. Из моей головы. Привет. Псыгнула, как будто крипер. Ну, я думаю, даже есть тут и скрипер. О, рассвет скоро будет. Все, скорее, нам осталось дождаться утра, и нам нужно кучу ресурсов. Все, жить мы будем с тобой походу тут, да? Да, это походу наш дом на ближайшее время, потому что... Так, а где кирка моя? А вот она, я все ее выложил. Че? Вот эту дырдочку тоже на стекло поменять. У нас с тобой кучу квестов. Во-первых, улучшить дом и из деревянного сделать нормально.
стороны. Сделать также забор, чтобы мы могли отстреливаться. Нам нужен с тобой будет лук. И вообще кучу всего нам с тобой нужно будет добыть, скретчик, чтобы выжить в этом зомби-апокалипсис. Это и зомби-апокалипсис, и мир паразитов. Тут вообще все, по-моему. Ты слышишь, как они горят? Братишки. О, смотри, у нас тут прям канавка для них, и они все туда упали. О, лошпеды. Класска, нам нужно каким-то образом собрать зыбучий песок. Мне кажется, он собирается ведрами и сделать ловушки для всех. Слышь, а ты гений, я тебе скажу. Кстати, офигеть, я нашла то, что я не могу собрать, походу. Или, погоди, я железо могу каменной киркой собрать? Ну да, именно им и надо. По кайфу так собираю. У нас с тобой, походу, пополнение в броне железное. Хотя, наверное, для начала нам нужно сделать железные инструменты лучше, да? Ну, в идеале, да. Но я скрафтил ведро. Я прямо сейчас бегу в пустыню, принесу зыбучий песок. Давай, шуруй тогда в пустыню. Я надеюсь, конечно, зыбучие пески нам помогут. Но ты вообще придумал круто, я тебе скажу. Спасибо. Ну, я как бы профессиональный ловушечник, понимаешь? Ну, надеюсь, так оно и есть. Так, мне нужно заложить тут вот эту вот фигню, чтобы у нас тут была... Ё-моё, красота-то какая! О, куча ресурсов, куча ресурсов. Фласочка, я собрал ведро зыбучего песка. Оказывается, его реально можно ведрами собирать. Извини, пожалуйста, Скретч, а где ты 31 жареную свинину взял? В сундучке, а? В каком? Ты реально в сундуке нашел столько еды? Ну, слушай, неплохо. Я, кстати, вижу каких-то свиней, и они наполовину грязные, что ли. Слушай, а есть они зомбифицированные? Я надеюсь, что нет, Фласочка. Поэтому, смотри, я сейчас сделаю вот таким вот образом. Так ты пока не делай зыбучие пески, потому что нам дом с тобой нормальный отстроить перед этим. Логично, логично. Так, дай-ка я возьму еды. Пусть основная часть ресурсов будет тут, чтобы если вдруг я умру, Фласочка, и ты продолжила это выживание одна... Человек, ты не умрешь. Надеюсь. Я пошел грязную свинью пробовать. Грязную свинью пробовать? Я бы на твоем месте этого не делала. Там какой-то дом. Погоди, где дом? Я иду с тобой, Скретч. Где? Налево, направо? Назад, направо. Вижу. Все, я бегу к тебе. Нам нужно исследовать тот дом. В общем, ребята, мы забрали все вещи из нашего дома в поисках лучшей жизни. О, боже, мы наткнулись на деревню. Чтобы вы понимали, она находилась плюс-минус неподалеку от нас. Скретч, ты доволен? Я хлопаю в ладошки. Я очень доволен. Все, подожди, запутался. Вон она, деревня. И тут бабочки летают, тут и милота. Да, тут так все красиво. Нам с тобой нужно эту деревню будет защищать. То есть это теперь наш кров, наши жители. Мы должны за них попурвать, так скажем. Опа, привет. У меня, кстати, идея. Мы можем с тобой сделать как будто, вот знаешь, это наш замок. Построить стены, возвести вокруг этой деревни. А я тебе сейчас о чем говорила? Ну, ты так сказала, а я тебе раскрутил эту идею. То есть я сказала, что нам нужно сделать эту идею своей и построить тут забор, а ты такой. Да, нам нужен замок. Замок и забор. Иди сюда, я выбрал нам дом. Погоди, а какой дом выбрал? Надеюсь, самый большой? О, иди сюда. О, слышь, самый большой, самый хайповый, я тебе скажу потом. Блин, только он какой-то приземленный, заземленный. Да нормально, это все подредактируем, починим. Так, хорошо, ставь печь, я туда хочу закинуть все, что у меня есть. Но это потом сделаем. Все, пошли, оба. О, спасибо. Не, за что? Давай, ставь печь. Не, печь, вычу. Дай сундук. У меня нет сундука. А почему у меня один сундук только? А, да, у меня второй. Так, ставь сюда и сюда. О, красота. По красоте. Пусть это переплавляется. Ну, дядь, алло. Это наш собственный приватный. Он, слышь, торгует как не очень. Но мы не должны убивать жителей. Мы будем их защищать. А я пойду проверю, есть ли тут големы. Нет, погоди, только если есть, ты его не вздумай убивать. Понятное дело, тут этот... О, барсук! О, а я думал, как его зовут, забыл. А я не знаю, может быть, и не барсук, и не шар. Если вы, ребята, знаете, напишите в комментариях. А еще напишите, как лучше всего нам эту деревню огородить от зла и всего такого. Тут есть еда, нам нужно тоже выращивать еду. Слышь, а вот прикол в том, что если они выращивают, то походу они не сажают это обратно, да? А если они это будут подбирать, то они не будут нам отдавать ресурсы, да? Конечно, не будут, но у меня для тебя есть сюрприз. Так, какой? Смотри, у нас есть ведро зыбучего песка, давай его куда-нибудь пока что временно выльем. Главное самим туда не влезть, вот сюда, допустим. Опа, и короче. Ага. Знаешь, на что это похоже? Будто мы тут с тобой лоток свой сделали. Ты видишь, я тебе скинул? Ведро земли.
У нас нет больше песка зыбучего. Молодец. Погоди, а с каких пор? А как ты взял? Я в крафте сделал. А. И ты уничтожила наш зыбучий песок. Ну ничего, все равно был один. Нам с тобой, по идее, их нужно будет очень много, этих зыбучих песков. Дай руну. Да. О, я придумал, когда ты будешь говорить, я захочу что-то сказать, я буду тебя махать. Эй! Хорошо, я дам тебе право ответить. Я буду как учитель, который говорит: да, да, Скрэч, говори. Флэшка, вот что я на этот счет думаю. Давай, бегай там, сейчас опять попрут эти монстры. Стерянное сияние. О, оно, кстати, каждый раз разное. Все, короче, я спать. Нам не спать. Нам нужно кровать у жителей спереть, Скрэч. Точняк. Да, сейчас я сопру. Я не нашел кровать в доме. Погоди, тут, походу, нет кровати. Это слишком старая версия. Походу, да, нам ГГ. Придется всю ночь не спать, да? Видимо, да, тут реально нигде нет кровати. Да, они просто в домах чилят, просто, типа, да, типа, окей, все, я домой, Скрэч, у меня депрессия. Ну, ладно. А, Скрэч, ты где эту штуку нашел? Да подожди. Тихо, их тут много, их много. Они, видимо, его охраняют, давай я быстро посмотрю, что там. Тут куча паразитов, я бегу домой. Короче, я открыл сундук, там забрал вещи, и он взорвался. А, походу, это был сундук-обманка, да? Да, видимо, сундук-обманка. Ух, так, ну вот что я там нашел. Так, и а стоило оно того? О, груша, нельзя скушать. Слушай, нам нужно посадить грушу. У меня больше мест нет, давай-ка мы все сюда. Тихо, мы уже, знаешь, у нас припасов много, так-то нужно еще парочку сундуков сделать. А ты что, хочешь ресурсов? Просто попой жуй. Короче, у нас один дом будет, где мы чисто будем спать. А еще один дом будет, где чисто у нас все ресурсы будут. Я отсюда не ногой, пока тут бегают тут эти вот паразиты, зомби-мутанты и все такое. Так что, Скрэчик, спокойной ночи и вам, ребята, тоже. Завтра нам с тобой нужно будет заняться кроватью, ибо всю ночь сидеть как-то не кайфово дома. Да, да, как только будет день, я овечек, скажу, поубиваю, да. Нет, мы их пострижем, ибо у нас есть железо. Все, всех любим, целуем и пока-пока. Пока-пока.